Привет! Это новое приложение для полностью пассивного заработка. В общем, все как вы любите. И в честь запуска этого приложения разработчики опубликовали денежный промокод. Поэтому давайте его и заодно вывод с приложения тоже протестируем. Итак, друзья, приложуха называется Fenimal. По ссылке под видео просто скачиваем его. И предварительно вы здесь не сможете зарабатывать. Чтобы активировать режим заработка, надо очень быстро 10 раз кликнуть на логотип этого приложения. Режим заработка скрыт, и он активируется после того, как вы увидите надпись «Очки». Эти очки — это и есть ваши реальные деньги. Курс этих очков, как их перевести в рубли и как их вывести, я вам, естественно, все покажу прямо на практике, потому что все, что мы сегодня заработаем, будем выводить. Итак, суть заработка здесь очень простая. Вам нужно выбрать две одинаковые картинки. Все, мы справились, мы выбрали две кошки. И после этого запускается реклама. Соответственно, смотрим ее до конца. Это надо делать всегда. У нее есть таймер, только после этого закрываем. Итак, рекламка у нас подходит к концу, и мы с вами за это получили 5 очков. Сразу после этого мы можем запускать следующую рекламу и так зарабатывать бесконечно много раз. Это действительно самый настоящий бесконечный доход без ограничений. И маленький лайфхак вам показываю, как вы с помощью двух дополнительных кликов и буквально 3-4 секунды вашего времени можете увеличить ваш доход на ровном месте в 10 раз. С вас, как обычно, лайк под видео за всякие лайфхаки и секретики, и показываю. Все просто, смотрите, запускаем также рекламку. Вот мы выбрали так. Здесь надо было выбрать двух собак, я не прочитал, выбирал двух кошек. Запускаем рекламу и сразу берем и кликаем в любое место на рекламе. Как только полностью этот сайт прогрузился, вот видите, там полоска загружалась, вот она все прогрузилась, мы закрываем и дожидаемся рекламы до конца. Все, друзья, реклама у нас просмотрена, и мы не увидели, но мы получили с вами за это дополнительные два клика плюс 50 очков, то есть, как я и сказал, доход увеличен в 10 раз на ровном месте. Многие подобные приложухи, которые я вам показывал до этого, платят там за просмотр рекламы без клика 5-7 очков, а с кликом 30-35, максимум 40. Здесь платят 50. Не знаю, будут ли так платить всегда, или это сделано в честь запуска, но, блин, пока платят, надо по-любому использовать. И таким образом, вот так вот запускать эту рекламу, смотреть ее с кликами, без кликов, можно реально бесконечно. Вот видите, прошло буквально несколько секунд, я запустил следующую, то есть здесь нет никаких заглушек. Ее можно смотреть реально друг за другом бесконечно. Но в начале видео я вам сказал, что здесь полностью пассивный заработок, а это значит, что мы можем обучить ваш телефон, настроить его так, чтобы он смотрел эту рекламу за вас вообще без вашего участия. Даже когда вы сидите где-то в туалете, в лесу, неважно, он всегда будет смотреть рекламу без вас и приносить вам деньги на халяву. И давайте я вам, друзья, покажу, как это сделать, но перед этим напоминаю, что у меня происходит сейчас в телеграм-канале самая большая раздача на 100 тысяч рублей. Это не кликбейт, это действительно так. Максимум мы с вами до этого делали раздачи на там 30-50 тысяч, сейчас это у нас 100 тысяч рублей. В честь того, что у меня 50 тысяч подписчиков на канале и 100 тысяч пользователей в нашем приложении. На самом деле уже 200, даже 250. Поэтому, друзья, залетаем. Условия очень простые, буквально 8 заданий. В основном это просто подписаться и не забыть заполнить Google форму с вашими реквизитами, куда вы хотите получить выигрыш. Всего будет, как видите, 20 победителей по 5000 рублей. Самая лютая раздача, бесплатная. Подписываемся, ссылка под видео. А теперь переходим к приложению и настраиваем пассивный заработок. Перед этим нам необходимо взять и скачать приложуху под названием MacroDroid, она абсолютно бесплатная. Ссылочка тоже будет под видео, все ссылки будут под видео для вашего удобства. Все, скачиваем, можете запустить, можете не запускать, неважно. И после этого, друзья, идем в мой телеграм-канальчик, где я создал для вас специально вот такой вот макрос, который вам надо просто вот так вот кликнуть, и он у вас сразу автоматически откроется с помощью приложухи MacroDroid, которую мы только что установили. Вот, соответственно, чтобы его установить, мы нажимаем вот сюда, и вот ваш макрос установлен. Но будьте внимательны, если вы скачали MacroDroid впервые, то после установки он потребует у вас где-то 5 или 6 различных разрешений, чтобы он мог в фоновом режиме запускаться и всякое такое. Обязательно все разрешения выдайте, это нужно сделать только один раз. Если вы их не выдадите, то у вас этот макрос, этот автоматический доход просто не заработает. Я это уже делал в прошлом выпуске, поэтому мне повторять эти все разрешения не надо. Вот у нас макрос, мы его запускаем, появляется такая кнопочка, и идем вместе с ней в приложуху. Что мы теперь делаем? Так это просто, друзья, запускаем этот макрос, и он теперь сам начинает смотреть рекламу за вас без вашего участия. Будьте внимательны, что после первого запуска он не всегда срабатывает. В этом нет ничего страшного, потому что ему в первый раз надо полностью прогрузиться. Вот, например, он у меня сейчас не сработал, поэтому мы его выключаем, буквально несколько секундочек ждем и перезапускаем. Вот, сразу он у меня открывает следующую страницу.
выбирает нужные картинки. Как видите, я вообще ничего не нажимаю. И все, собственно, он просматривает рекламу. Как видите, вот он кликнул на рекламу. Сейчас он что-то там будет смотреть. В общем, сейчас он вернется назад. Рекламу он смотрит по 5, по 10, всегда по-разному секунд. Все, вот он вернулся сам. То есть тоже я ничего не нажимал. И он смотрит теперь рекламу до конца, до тех пор, пока не появится крестик. Рекламка подходит к концу. И бам, наши 50 очков за клик получены. Сейчас через несколько секунд он нажмет. Вот, видите, он нажал на крестик. Перезапускает приложуху. И снова начинает смотреть рекламу. То есть это все происходит буквально с интервалом, не знаю, где-то 3-4 секунды. Очень реально шустро и быстро. Я думаю, друзья, что за новенький пассивный заработок с реально высокой оплатой нужно уже подписаться на канал, чтобы следующие способы заработка на пассиве не пропускать. Но сейчас я вам покажу, как ваш этот пассивный заработок продлить на дистанции, потому что он сейчас, я бы сказал, не максимально эффективный. Кто зарабатывал в подобных приложениях, уже знает, что иногда такое случается, что пропадает реклама, то есть ты нажимаешь на кнопку «начать-начать», а приложуха пишет «нет рекламы», естественно, за это оплата идти не будет. И, конечно же, в таком случае вы не вручную, не с макроса зарабатывать не сможете. Макрос просто остановится и не будет приносить вам доход. Обычно в таком случае надо идти в настройки вашего телефона, дальше в ваш Google аккаунт. После этого вы вот здесь находите раздел «Реклама» и нажимаете «Сбросить рекламный идентификатор». Все сбрасывается, обновляется за секунду, и после этого зачастую реклама появляется, и вы можете продолжать заработок. Но, согласитесь, сидеть рядом с телефоном и следить, что там пропала реклама или нет, вот это что сбрасывать, это все не похоже на пассивный заработок. Да, так можно делать, но вы будете постоянно возле телефона. Давайте обучим сейчас макрос делать эти действия в случае пропажи рекламы автоматически. Что мы для этого делаем? Возвращаемся в приложуху MacroDroid, здесь заходим во вкладку «Макросы», вот он наш Fanimal Macros. Здесь листаем вот так вот ниже до строчки «Запустить Google Settings». Мы на эту строчечку вот сюда нажимаем. Так, нет, не сюда, значит, а вот на текст. И открываем все это с помощью Google Play. И устанавливаем вот такое вот приложение от Google, которое называется «Launcher for Google Settings». Все, друзья, после того, как эта приложуха у вас была установлена, ничего запускать не надо, ничего в ней кликать не надо. Теперь макрос сам сбросит этот рекламный идентификатор, если в случае реклама пропадет. Таким образом, он полностью автономный, он не будет вас беспокоить, и ваш заработок, как я и сказал, будет на дистанции полностью автоматически, не будет вас тревожить. Но это еще не все. Как всегда, в комментариях найдется тот, кто напишет: «Блин, так телефон убиваешь, ты его будешь разряжать». На самом деле, подобный макрос, подобную приложуху можно запустить на самом слабом телефоне. Там нет никакого игрового процесса, и это круто. У меня телефон, например, при этом вообще не греется, хотя ему уже там под 5 лет. Но как все-таки снизить питание энергии для того, чтобы и телефон без подзарядки работал дольше, и на него нагрузки не было? Первое, что мы делаем, это включаем экономию энергии. У вас это может быть называться режим энергосбережения, на всех телефонах по-разному. После этого нам нужно вот эту вот функцию деактивировать. Эта функция, друзья, выключает вот так вот экран телефона, если зарядка достигла 50%. Еще на многих телефонах есть такая функция, типа не кликаешь по экрану 10-15 секунд, экран тухнет. И естественно, с выключенным экраном макрос перестанет приносить деньги. Поэтому отключаем все эти функции. И они, друзья, как раз-таки зачастую втихаря активируются именно на режиме энергосбережения. Поэтому по настроечкам потыкали, полазили, все отключили. Ну и само собой, самое главное, друзья, яркость выкрутили на минимум. Все, у меня реально режим в таком вот боевом режиме. Мой телефончик может лежать сутки-полтора просто с макросом включенным, без подзарядки. Хотя телефон у меня Xiaomi Maomi, очень старый, древний, еще в Древнем Китае его сделали, поэтому он вот так вот держит. Вы знаете, друзья, что все подобные новые проекты, особенно проекты для заработка без вложений, особенно с пассивным доходом, я всегда проверяю на себе. Этот проект не исключение. Поэтому засекаем время у нас сегодня. Так, вам видно. 25 число, 21 час. Поэтому запускаем макрос, оставляем на ночь, посмотрим, что он нам принесет к утру или завтра к обеду, посмотрим, как пойдет. И, соответственно, все, что мы заработаем, будем выводить, потому что минималка здесь на выплату хорошая. И еще дам вам денежный промокодик, заодно его протестируем, сколько он даст, я пока что даже не знаю. Короче, с вас, как обычно, лайк, кто это еще не сделал, и погнали. A few minutes later. Итак, друзья, ну что, у нас уже 26 число, мы в 21, по-моему, 30 вчера начали.
Сегодня у нас 19.30 и, соответственно, почти сутки прошли, и вот мои результаты. 144 310 монеток. Сколько это в рублях, расскажу чуть позже, но самое главное, друзья, так как эта приложуха, ну, как бы новая, то здесь не пропадала реклама, здесь еще немного участников. И надо понимать, что чем больше участников становится в приложении, тем больше там, точнее, чем чаще там пропадает реклама. Поэтому, друзья, стоит относиться к тому, что реклама часто пропадает после выхода моего ролика, нормально. Буквально 2-3 денька, все рассосутся, так сказать, все начнут в свое время, в свое удовольствие, кто-то отвалится, кто-то придет зарабатывать, и реклама будет работать стабильно. Это я к тому, чтобы вы сразу после того, как зайдете в приложение, писали, что там нет постоянной рекламы. Реально, 2-3 денька, все дальше пойдет. Итак, а теперь давайте выводить, но перед этим, какой курс у этих монеток? Смотрите, 10 тысяч таких монет, это 10 рублей, то есть 1000 монеток, 1 рубль. У меня 144 тысячи монеток, значит 144 рубля нам нафармилось. Напоминаю, что подобные приложухи, где мы зарабатываем с вами на макросах, они там в среднем в день приносят 80, 90, 100, 120 рублей максимум. Особенно, когда там какие-нибудь акции и бонусы. Здесь же приложуха реально платит 50 рублей за клик. Поэтому и вышла такая оплата 144 рубля за сутки, ничего вообще не делая. Это реально для подобных приложух достойная оплата, вы тут ничего не платите, не донатите там, в общем... Да, вы используете свой телефон, он работает, но при этом 144 рубля. А теперь как здесь выводить? Выплаты будут доступны по кнопке «Поддержка». Почему я говорю «будут доступны»? Изначально эта кнопка будет неактивна. То есть, если вы сейчас скачаете приложение по ссылке под видео, нажмете сюда, здесь будет написано, что функция недоступна. Функция станет доступна после того, как вы заработаете минималку на выплату. Это 10 тысяч монет, то есть 10 рублей. И да, друзья, выводят здесь на Юмани и на мобильный телефон. На номер, на баланс прям телефона. Многие просили, чтобы я показал Юмани. Поэтому, друзья, вот оно. Наконец-то мы можем выводить на Юмани, потому что Юмани, по сути, нам заменила сейчас Киви. Ну или Payeer заменил Киви, неважно. Многие пользуются Юмани, потому что с него удобно без комиссии выводить на банковскую карту, поэтому я буду выводить на Юмани. Итак, сюда мы указываем почту, чтобы в случае чего с вами смогли связаться. Дальше номер Юмани кошелька, выбираем вариант Юмани. И самое главное, промокод. Вот такой вот промокод вы увидите на экране, он также будет под видео. Как я узнал, друзья, он удваивает ваши очки при выплате. Его можно использовать один раз, и он действует до 5 октября. То есть осталось буквально там 10 дней, чтобы его успеть заюзать. То есть я так понял, мы сейчас не 144 рубля должны получить, а 288, да, то есть два раза умножится. Хрен его знает, так ли это на самом деле или нет. Я просто нашел этот промокод там, где эта приложуха рекламировалась. Поэтому, друзья, нажимаем сброс. Да, не пугайтесь, именно надо нажать сброс, а не вывод. Здесь все вот так вот замаскировано. Проверяем, да, очки списаны. Я не знаю, придет 144 или 288, будем ждать. Если, друзья, придет 288 рублей, это будет максимально круто, потому что первый вывод и сразу с бонусом. И так как этот промокод можно активировать один раз, и он работает до 5 октября, я советую вам где-то до 2-3 октября сумму копить и потом уже ее выводить, чтобы максимальную сумму удвоить. А не заработать 10 рублей и зачем-то их взять и удвоить. Хотя бы эти 20 рублей могли еще за несколько часов заработать. Но я думаю, вы тактику поняли. Ну что, друзья, спустя сколько? 3 часа, 2 часа, даже не засек время. Нам пришло 288 рублей реально на Юмани. Отправлено было с помощью Тинькофф Банк. Но в целом, как отправлено, это нам не важно. Вот, но самое главное, выплата пришла. И без комиссии удвоилось в два раза. Вот это приятно. А также обязательно посмотрите видео о еще одном подобном приложении, где вы тоже можете запустить макрос и зарабатывать. Поэтому если у вас пропадет вдруг реклама в этом приложении и никак не будет восстанавливаться, заходите в это и зарабатывайте там таким же способом. Как только там пропадет реклама, ныряйте сюда. Таким образом у вас будет действительно бесконечный поток прибыли. На этом все. Пока.